Салам алейкум, наши братья, подписчики, приехали в миграционный центр. Вот здесь, если QR-код делаете, сюда можете без очереди зайти, не так стоять, вот как люди вот это. Это вот все на патент, видите. Вон туда идете, если заходите, там будет Белоруссия, Армения, Киргизия. Кто таможенный союз, вот туда идут. Вот оттуда. Ну, потом коротко тоже оттуда сниму. Так что вот, скачать приложение ММСК, вот это, видите, вот это скачиваете, и у вас регистрация делаете, без очереди можете здесь заходить. Вот, охраннику показывает QR-код и заходите. Так что, всем салам алейкум. Поднимитесь, вот выход 1 это для патента, вот идет, а выход 2А это гражданин Киргизии, Казахстан, Армения. Вот так идет, короче, проблема. Как всегда, очередь всегда. Если скачиваете вот это предложение, охранник вас пустит без очереди. Вот я как сам зашел, снимаю сейчас. Первая волна пошел, вот вторая волна. Вот так. Вот внутри гражданин Киргизии. Вот так. Короче, сложно, все сложно здесь. Уже не стоит России работать, надо валить куда-то, или надо российский паспорт получить. А то достали, туда ходи, сюда ходи, достали это. Армении, Казахстан, ну короче, вот так. Все идет, там уже охрана стоит. Сейчас вот так сделаем. Вот там идет процедура. Вот свобода. Блин, такой большой. Только телефон у меня. Алло.